точку. Давление в камерах сгорания двигателей в норме. Полет проходит по программе. Полет нормальный. Параметры системы управления в норме. Двигатели ракетоносителя работают устойчиво. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. 70 секунд. Параметры системы управления в норме.
320 секунд. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. 330 секунд. Есть запуск рулевого двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Прошло отделение второй ступени. Есть запуск вашего двигателя третьей ступени. 340 секунд. Полет нормальный. Танкаж, рыскание, вращение в норме. 350 секунд. Есть сброс головного обтекателя. 360 секунд. Параметры системы управления в норме. 370 секунд. Полет проходит по программе. 380 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 390 секунд. Полет нормальный. 400 секунд. Система управления функционирует нормально. 410 секунд. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. 420 секунд. Полет нормальный. Все системы функционируют нормально. 430 секунд. Полет проходит по программе. 440 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей в норме. 450 секунд. Танкаж, рыскание, вращение в норме. 460 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 470 секунд. Полет нормальный. 480 секунд. Система управления функционирует нормально. 490 секунд. Полет проходит по программе. 500 секунд. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. 510 секунд. Полет нормальный. 520 секунд. Двигатели третьей ступени работают устойчиво. 530 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 540 секунд. Полет проходит по программе. 550 секунд. Стабилизация ракетоносителя устойчивая. 560 секунд. Полет нормальный. 570 секунд. Прошла команда на выключение маршевого двигателя третьей ступени. 580 секунд. Прошло выключение рулевого двигателя третьей ступени. Зафиксировано отделение орбитального блока от третьей ступени ракетоносителя. Орбитальный блок в составе космического аппарата AsiaSat-9 и разгонного блока Briz-M выведен на суборбитальную траекторию. Репортаж